Всем привет, я Ванечка Фотолюб, и что-то мне не спится. Проснулся в 3 часа, посидел немного за компом, ну и думаю, надо пойти на улицу. Возможно, что-то поснимаю на телефон, больше не брал с собой ничего, кроме штативчика. Взял маленький, вдруг сгодится. Но, скорее всего, нет. Ладно, будем смотреть. До рассвета еще больше часа. Думал, хотя бы какие-то огоньки в окнах сфоткаю. Но что-то все спят еще. Особого разнообразия ночью нету, но зато тихо и спокойненько. Такие дела. Внезапно прогулялся. Но это неплохо. Ночью, утром все интереснее, чем днем, людей меньше. В общем, во всем есть свои плюсы. Как я и думал, штативчик не пригодился ни разу. Но ничего, не такой уж он большой, так что все окей.